добрались с вами до морюшка. Кого ты хочешь? Замена вешалочкам пришла. Все. А? Домой? Да. Ты что, спать собрался? Давай еще чуть побегаешь, не устанешь. Ты вредничать хочешь? Я что, не взяла одеялку, что ли? О чем мы сидеть, на чем будем? Давайте на моей кофте что делать. Давай. Давай, сядешь? Садись, играй. А тапочки? Да. Не, не надо снимать. На, динозавров всех тебе. Нет. На, еще. Нет, не надо. Не надо, не вредничай. Просыпать уже хочет, вредничает, видите? Не ничего надо. Не вижу, что вы мне пишете. Сейчас все собирает. Так, ладно. Дайте. Это уселся, все, брякался. Пусть чуть-чуть еще подышит. Воздушку. Читаю ваши комменты пока. Так, так, так. Мама. Не слышно, может быть, из-за ветра, кстати. А, что ты там нашел в окошко? Красивая, да? Покажи, Давидь. Даша, расскажи про ситуацию с коронавирусом. Лично я случаев не знаю. Надеюсь, что его здесь нет. Ну, не знаю. Сколько ты раз звонишь Сергею в день? Ну, мы списываемся почти каждый час. А так звоню. Не знаю, я не очень люблю телефон болтать. Одеваю специально под футболку, такой спортивный лифак, и все. И вот теперь я закрываю. Еще шорты с собой взяла, но шорты сейчас одевать еще неохота. И так будет. Ну, теперь у меня есть на чем сидеть. Ой, класс! Мама, надо снимать? Нет, снимать нельзя кое-то. Это мама. Играть игрушки в декрете, не поняла. Привет, привет. Как приехать в Турцию? Взять билетики. Как дела с коронавирусом? В Турции не ходят в масках? Нет, масках никто не ходит. Не знаю, как с коронавирусом. Пока такой информации, как в случаях, я не получала. Ну, то есть, слухи с клубами. Рост у меня... А, смотрите. Рост у меня 1,62 м. Вес, не знаю даже какой, около 55, наверное, не знаю. Приветик, как привет. Что я жирненькая, сейчас скажусь, не жирненькая. Короче, секрет фоткаться, если вот так, то типа жирненькая, а вот так уже не жирненькая. Так,
море кто-нибудь купается. Ну, иногда купаются, но в основном не получается. Сейчас в основном все лежат, загорают, потому что реально тепло. Но иногда купаются. В основном это, кстати, наши. Где дети? Здесь, со мной. Блин, ничего не вижу из-за солнца, не слышу из-за моря. Реально сейчас. Сколько градусов тепла? 19. Ты куришь? Нет, я не курю. Могу иногда кальян, но нет. То есть, если я, допустим, там куси, допустим, то я могу курить кальян. Но не каждый день, раз в неделю максимум. А мы летим на месяц в конце апреля в Аланию. Не знаю, что вы там в новостях смотрите. Что, все, домой хочешь? Спать хочешь? А круассанчик будешь? Круассанчик дать тебе? Сейчас. Или булочку? Нет. А круассанчик. А сосисочки дать тебе, я сварила? Нет. С днем рождения! Мне девушка сказала, что еще день рождения успела купить не зовут, но в общем в любом случае у вас день рождения, счастья, здоровья. Всего самого доброго. Так хочется папку еще, которую дается. Даже в мае уже можно купаться. Блин, кому как? Для меня я не люблю сильно теплую воду. Мой любимый месяц. А в августе я уже не могу купаться, потому что слишком горячая вода. А? Кого? Тапочки? Ну, сними, ладно. Ой, лягу даже. Хорошо, сними, можно, песочек теплый. Привет, из Кемера, вам тоже привет. Привет, соседи. Привет, соседи. Что? А, Тём. Тёмочка, а сними Давидику это, топтулечки, а то я уже устроилась так хорошо. И носки можно, да, снимать тепло. Почему? А почему в магазине маленькие размеры? Друзья, я сама на самом деле расстраиваюсь по этому поводу, потому что вот, поставщики иногда делают размер только 42-44. Вот. Но у нас много выбора другое, то есть до 48-го есть размер, просто не все модели. А как вы относитесь к новому дому 2? Ребят, я не смотрю телек вообще, честно вам скажу. Вот. Ну, иногда какие-то ролики с Ксюхой, если там Бородулин, например, показывают, очень смешно, я смотрю. Образование высшее. Но что такое? Ой, босичком бегает, нравится ему. Веселится, бегает. Кто-то пишет, что завозливая мамочка. Она на них даже не смотрит. Ну, почему не смотрю? Вот они рядышком. Все сытые, накормленные, бегают по песочку. Нет, я, конечно, могу, как я вообще не понимаю вот этих вот, ну то есть я не коршу. Я за разумную свободу детей, она не весела, хорошо. Круассанчик жует, здесь вот товарищ. Тем, у тебя заботливая мамочка? Да. Ты любишь мамочка? Да. И я тебя люблю. А поцеловаться? Говорят, что я заботливая мамочка. Мама! Море сейчас... А! Что там? Это... Нет, это не муха. Ты думаешь, это муха? Это не муха, зайка. Испугался. Муха, это листик летит. Вон море. Даша, покажи педикюр. Блин, только вставать лень. Потом можно покажу? Ты разулась, да. Где-то мои ноги. Я лежу прямо на песочке. Теплый сегодня. No, thank you. No. Здесь на пляже очень часто продают духи поддельные, вот это все. Вот, ну, я такой... Мама! А, капюшончик снимай, ладно. Реально сейчас очень тепло, разжарилось поэтому. Типа сиськом бегает. Довольный. Топи-топи-топи-топ. Как думаю, так... Так.
Оскар, видишь, в шоколадке? Мама! А! Я снимала. Нет, я тебя не снимала уже. Не люблю, когда его снимаю. Беру камеру. Как, что там? Где вы работаете? У меня магазин одежды свой. Артём учится. Ну, неплохо учится. Но я вам скажу так, что он не перетруждается. С другой стороны, я и сама такая была. Я вообще школу прогуливаю. О, боже мой, он что-то не слышал. Чуть ли не со второго класса. Когда планируете в Америку? Май. На май планируем. Ну, еще билеты не взяли. Ты сейчас откуда? Нет, откуда? Из дома. Из кафешки. Даша, ты вообще не отвечаешь на вопросы наши. Я отвечаю на вопросы, на которые... То есть актуальные. Мне не актуальные, я не отвечаю. Какой вопрос вас интересует? Задавайте. Репетитора нет. Нет, у Артема нет репетиторов, хотя я хочу по английскому языку ему репетиторов нанять. Потому что я домашку даже с ним не могу делать. Сам английский не знаю нифига. У меня прям целый стресс делать домашку, если он что-нибудь поймут там. Так, так, Даша, где ты отдыхаешь? В Алании. Какой у вас вес? Ну, примерно 55. Я давно не взвешивалась, я вообще пофиг на весы. Потому что для меня главное это объемы. Ну, то есть, чтобы я гармонично выглядела. Чтобы не было живота, вот этого всего. Так. Ты шикарна. Ой, спасибо большое. Всем пример. Ну, я не считаю, что я всем пример. Вообще не пример. Ну, я себе таковой и не позиционирую. Что не успела? Даша, ты что, переехала в Турцию? Ребят, мы не то, что... Как хорошо, что я делаю на них салатовые кофты. Вообще все видно. Куда бы ни побежали, я их вижу. Мы не то, что переехали, мы здесь просто живем тоже. И в России живем. С детками в Алании куда лучше весной? Украина. Ну, кому как. Я вот, ну, лето для меня, август для меня вообще здесь слишком жарко. Скорее всего, в этот август мы уедем в Москву. А вот весна, да, кайф. Вот сейчас кайф. Зачем пишете и задаете всякую чего? Ерунду. Молодец, Даша, не отвечая именно на провокационный вопрос. Ну, естественно, ну, глупость какую-то задаю, человеку буду одно и то же отвечать. Где Сережа? Сережа в Москве. Вернулись бы обратно в дом 2. Ну, ребят, ну нет, ну блин, он уже взрослый. Был кайф, когда я там участвовала, мне было в кайф. Вот. Сейчас, ну, то есть, уже другое время, другие какие-то приоритеты, другие ценности. Тогда было в кайф. Вот. Люди, не задавайте идиотский вопрос. Подписываюсь под вашими словами. Отличное место, вы молодцы. Ну, каждому свое. Каждому реально свое. Салатовенький там спрятался вон. В Турции дом или квартира? Квартира. Здесь называется апартаменты. Вы придерживаетесь питания? Я очень люблю поесть, поэтому стараюсь, конечно, придерживаться, но всегда получается. Привет, привет. Насколько еще планируете остаться жить в Турции? Не знаю, я вообще не люблю загадывать. Как вам творчество Ольги Бузовой? Ну, есть у нее прикольные песенки. Так. Что тут еще? Привет из Северска. Северск, привет. Солнышко вам ловите. Сейчас набегаются, пойдем домой. Будут меня спать младшие, старшие. Спасибо вам большое. Учили турецкий язык? Нет. Немножко знаю. Я понимаю, кстати, много что когда говорят, если не быстро. Вот, но сама не очень такое. Ну, в кафешке могу объяснить, что мне надо. Там... У меня просто нет друзей турков, поэтому. Кого вы учились? Дизайн, интерьера и оборудование. Тепло. Да, ветер, кстати, такой. Немножко прохладный, но все равно уже не город. То есть, когда с городу... О, меня сейчас так окатило брызгами от моря. Видимо, волна была сильная. Дома сама убираешься? Ну, иногда сама, иногда нет. Сегодня сама убиралась.
мне, правда, дети помогали пылесосить. Сереж по-прежнему просит дочку. А, ну, он, кстати, уже хочет еще ребенка, но я пока не готова. Мам, можно снимать тапки? Артему тоже можно снимать тапки. Да, давай. Че, могу вытри ему ротик, пожалуйста, ну, в этот круассанчик? Вот, нет, вот салфеточки, дай. Ты так улеглась, что давай сам быть разик. Я просто уже разлеглась удобно. Да, в институте экономики и культуры я училась, да. Спасибо. Ну вот я лежу в одной юбчонке и в топике. Мне тепло. Песочек уже тоже нагрелся, хоть и влажный немножко, но прям теплый-теплый. Уже устал отвечать, нет тут никакой войны. Бегают, бегают. Сейчас набесится и будет спать. Тём, далеко только не убегайте! Как уговаривать, можно подождать с третьим. Ну, говорю, пока не готова. Спасибо большое. Как турки реагируют на красивую блондинку? Не знаю, спросите красивых блондинок. Вообще, на самом деле, большой стереотип есть, что якобы кто-то там пристает или еще что-то. Здесь есть просто зазывалы, они могут зазывать в магазин, что-нибудь себе купить или еще что-то. Никто никому не пристает. И на самом деле больше туркам-то нужны европейки, а не наши русские девчонки, поэтому успокойтесь. Выкиньте из своей головы. Конечно, кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Но в моем случае я ничего не ищу, поэтому ко мне никто не лезет. Так. Боюсь, я какой-то бегут. Что нашли? Так. Что у вас купальник? Это не купальник, это просто топ. Victoria's Secret, удобненький, без чашечки. Люблю без чашечек, потому что не жарко. Где ты работаешь? У меня свой магазин одежды, pinzer.ru. Почему европеек любят? Ну, вообще, очень многие турки вообще мечтают, ну, не про все говорю, но есть такая часть молодых турков, которые мечтают выйти замуж за европейку. Вот. И очень часто бывает такая картина, что идет молодой парень, подкачанный, там такой модненький весь, и с ним такая зрелая очень европейка. Дом построили. Дом построили? Ой, мои умнички, мои солнышки. Молодцы. Дочь смотрит ваше видео, говорит, поехали к Артему и Давидику. Приезжайте. Здесь весело, деткам вообще кайф. Не знаю, я просто очень люблю природу, и мне кажется, вот это детство моей мечты. Я просто в детстве на море побывала в первый раз. Мне, по-моему, 11, в третьем классе я была. И я была в таком восторге. И в тот момент я начала мечтать о том, чтобы жить на море. И вот сейчас мы осуществили эту мечту. Что, боишься коронавируса? Да, боюсь. Что там, что там? Я слышу в барах Алании содержит их европейки. Ну, есть такое, есть действительно. Не все, но как везде, но просто, ну, есть такое, да. Мышка дома в Москве. Что я там не вижу? Почему в Турцию? Потому что недалеко лететь, выйти замуж за европейку. Да, вот на самом деле стереотип, что все влюбляются в наших девочек, это стереотип всего лишь, и все. Ничего не вижу. В Испанию не были. В Испанию планируем поехать, но не сейчас, потому что сейчас как раз таки это коронавирус. Короче, я его боюсь. Как общаетесь с мамой Сергея? Ну, хорошо, общаемся. С Алтая привет, Алтай вам тоже привет. Временно
часа. Надо выдвигаться домой, потому что я, видимо, спать вроде как пора. Может, сегодня он не уснет, а? Ну, было бы хорошо. Что, к неохоту с моря уходить? Педикюр обещал показать. Просто у меня бежевый. Бежевый лак, все. Так, смотришь турецкие сериалы? Нет. Только смотрела «Великолепный век», и все. Много народа. Где здесь? А я специально ищу пляжи, где поменьше людей. Мы сейчас на Клеопатру подальше отошли, но на самом деле в сезон я на Клеопатре не бываю вообще. Только на дикие пляжи езжу, потому что я не люблю, когда скопление людей. Не люблю, когда вот лежишь и вокруг много людей. Мне не по кайфу так. Бежевый лак самый аккуратный. Ну, я тоже люблю. Сейчас что-то мне яркого захотелось. Вот у меня, видите, такой светенький сейчас маник. Ой. Блин, камеру не могу включить. А завтра пойду сделаю яркий. Хочу яркий. Вроде еще рано делать, но уже хочу яркий. Пойди чаще в прямой эфир. Хорошо. То есть я на что-то реагирую, но я сразу эту эмоцию скидываю, и все. То есть чтобы у меня целый день было плохое настроение, нет. Но я могу психануть, и все, я это выкинула, и все, у меня хорошее опять настроение. Привет, скажи, где самый хороший, кто? Дикий пляж? Ну их много. Я в сторону Кузибаши езжу. А. Он там целую оборону. Да я вижу, да. Инжикум тоже неплохой, но он не дикий. Но для детей там неплохо, потому что очень мелкий песок. Но я не люблю песок. Я вот больше люблю, когда вот такая вот песочек, легалька. Но многие хвалят именно Инжикум, потому что там мелкий песок. Пойдемте покажу вам, какой дом они там построили. Купающийся есть в начале горы. Вон он там. Но я туда не пойду. Кстати, я пойду туда, все равно я там припарковалась, может, сниму вам, покажу. Так. А кто ты такая? Ну, кто я такая? Даша. Дарья Витальевна. Смотрите, какой дом построили, парни. Очень красиво. Строители все в папочку. Прощу на воскресенье вас тоже, да? Угу. Не боитесь одна без мужа остаться? Я никому я здесь не сдалась. Ребят, никто на меня не кидает. Успокойтесь. А сколько дней в Турцию? Улетаю в конце недели. Спасибочки. Парковкой, ну, нормально, в принципе. Здесь очень много платных парковок. Ну, то есть, если хочешь парковаться, всегда припаркуешься. Вот. Не как в Москве, машин меньше. Вот. Так. Нет, у меня в русской школе дети учатся. Ну, короче, ладно, ребятушки, я пойду. Всем хорошего настроения. Люблю вас, целую. Спасибо вам большое за компанию.